У детского сада номер 10, можно сказать, второй день рождения. После капитального ремонта он изменился до неузнаваемости. Хотя еще год назад почти полувековое здание находилось в предаварийном состоянии. Сад полностью обновлен. От стен, от инженерных коммуникаций и заканчивая наполнением групп. Мебель, игрушки, пособия, технологическое оборудование, медицинский кабинет, музыкальный зал. И внутри, и снаружи дошкольное учреждение стало как новое. Полностью заменена кровля, благоустроены детские площадки, установлены 5 веранд с освещением игровых зон. В группах свежий ремонт, современная мебель, новые игрушки. Перепланировку не делали, но все коммуникации в здании полностью обновили. Особенно непросто было наладить систему вентилирования. Здание построено еще по тем старым советским нормативам. Сейчас требования изменились, ужесточились. Ну и свести, обеспечить нормальный воздухообмен, чтобы детям было здесь комфортно. Была достаточно такая сложная процедура, но мы ее решили. Я думаю, здесь будет очень комфортно находиться. Причем не только малышам, но и сотрудникам. Работать на кухне с таким оснащением – одно удовольствие, говорит повар. Пока готовить приходится немного, всего на 17 детей. В меню все самое полезное и вкусное. Что они сегодня будут кушать? Суп овощной с кипурисом, плов из курицы, огурец. Для улучшения качества питания следует проводить встречи родителей с шеф-поваром, посоветовал глава. Пока воспитанники только начали обживать группы после ремонта. Скоро здесь появятся шторы на окнах, стены украсят детские рисунки и подделки, а в актовом зале начнутся музыкальные занятия. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».